Я смотрю за этой тематикой. Украина, конфликт все-таки нашего братского народа, в котором задействованы тоже и русские люди, потому что Украина населена, ну, так скажем, на 40-30% русскими людьми. И очень печально, когда такое происходит с нашим братским народом. Ну, я вообще не считаю, что это братский народ, просто мы единое целое до сих пор. Вот у меня такое в голове. Ну, вот судя по тенденциям, которые складываются на сегодняшний момент в Украине, когда у Украины нет четкого пути развития, есть путь развития, по которому они идут, это, ну, то есть указка Госдепа США, и вот они вот идут то, как ему, ну, Порошенко там, ну и вся эта правящая коалиция украинская, они идут по пути, который им навязал Запад. Западная идеология, ну, в первую очередь, там, США, политика США, совершенно неперспективная, никуда не ведущая, повышают пенсии, налоги, сокращают там дотации бюджетникам, там, героям войны, уничтожается культура, самое главное, подменяется понятие ценности других, там, ну, бабки никто не отменял, но это не должно стоять во главе угла, и моральные ценности, они уходят на второй план. И это очень печально. Если будет продолжать Украина двигаться по этому пути развития, то это, конечно же, приведет к тому, что сейчас приводит. Нету культуры, нету подпитки молодежи, молодежь развращается, секс, наркотики, порнуха, бабки. Ребята в Харькове, в Днепропетровске грабят людей, то есть очень много преступность выросла. Если молодежь ничем не занимать, если нет работы достойной, если нету каких-то, ну, ценностей общечеловеческих, семейных, каких-то, ну, там, поход пошли, там, бокс какой-то, ну, то есть спорт, нету большой поддержки, то люди начинают заниматься спортом сами. Форточники, как они любят, по Одессе вся, Одесса размахровилась, расцвела буйным цветом малина. Это печально, все должно стремиться к равновесию. Я не говорю, что этого, ну, как бы, Одесса всегда была бандитским городом, но что сейчас там происходит, это просто ужасно. Когда там в Днепропетровске, Харькове там националистические банды орудуют, и они, ну, как бы, хозяева города становятся, это очень страшно. Это не просто... Это просто все, вот Украина трещит по швам. Естественно, она может развалиться. Естественно, сейчас Крыма нету Украины, Донбасс на соплях держится. Что будет внутри самой Украины в свете последних событий, то, как она развивается, это тоже очень печально. Потому что очень часто сравнивают Украину сейчас с Сомали, которая разрывает кланы преступные. Там есть князёк, который там свою территорию охраняет. Так же и с Украиной происходит, по большому счету. Так-то. Да, у нее есть там какие-то там в Киеве там центр, но опять же. И то, что политика такая, риторика такая с Россией. Многих вещей я, может быть, и не знаю, потому что, знаете, со стороны Украины одни вещи говорятся, со стороны России другие. Какая правда там, тоже никто не знает. Но то, что сейчас Украина переживает не лучшие времена, перезвоните через полчаса, пожалуйста. И это очень жаль, это очень... То, что сейчас Украина переживает не лучшие времена, это очень печально. И Россия, как мне кажется, ну, протягивает руку помощи. И абсолютно разные подходы философии, допустим, к украинцам. Если Россия, наоборот, помогает, ну, по крайней мере, люди, которых я знаю, и делают все для того, чтобы там конфликт прекратился, то... Украина и украинцы в большей массе своей ненавидят россиян. Кацапы. Кацапы понаехали тут, и все, режь кацапа. Это что такое? С чем это связано? Это было тоже, когда я там знал, ну, там, люди там
москали на ножи там. Ну, это было в прикол, как бы. А сейчас это обострено так, что ну, просто боишься на Украину ездить. Боишься и, ну, и не знаешь, что ты там, приедешь ли обратно или не приедешь. Это очень жалко. Нет уже такого отношения, допустим, приехали хохлы к нам, ну и что? Ну, пожалеть, посочувствовать надо, что? Ну, от ненависти какой-то. Что, есть ненависть, что ли? А к русским относятся вот с ненавистью именно на Украине. Ваш Путин там. И так далее. Ну, что это за лозунги? Даже, ну, про Порошенко никто не говорит в России плохо. Ну, Порошенко, Порошенко, что, ай-яй-яй. Снисходительно кивает головой. Натворил делов тоже. Кровавый Петро. Ну зачем это все надо? Кому это надо? Это будущее? Это хотят будущее? Будущего такое хотят украинцы. В войне погрязнуть? Вот там вы там под Путиным. Под Путиным вообще, пожалуйста. Это раньше нельзя было ничего сказать, чтобы тебя там за тобой не следили. Сейчас другие времена. Пожалуйста, говори ты там, что хочешь. Никто тебя не будет. Ну, пожалуйста.